Всем привет, это Инфакт на StopGamer.ru. Ну что, вы готовы к тому, что количество новостей о Человеке-пауке увеличится многократно? А стоило бы подготовиться. До релиза осталось чуть больше недели, издатель собирает все силы для последнего броска и сегодня объясняет нам на пальцах, когда ждать грядущие DLC. Всего их будет три. Общее название сезонного пропуска отсылает нас к общеизвестной особенности Нью-Йорка – The City That Never Sleeps. Первая контентная добавка The Heist станет доступна 23 октября и ознаменует возвращение в жизнь Питера Паркера «Черной кошки». В дополнении появятся новые испытания и миссии, еще одна фракция врагов и три дополнительных костюма для Спайдермена. Следующее дополнение запустится в ноябре, а заключительное – в декабре. Remedy Entertainment в своей новой игре, на первый взгляд дико похожей визуально на Quantum Break, на самом деле решила отказаться от технологии Havok и задействовала новый физический движок. Его название не разглашается. Суть Control заключается в том, что главная героиня, Джесси Фейденс, исследует некое аномальное место, которое постоянно меняется. В том числе свои дизайнерские коррективы в обстановку может вносить и она сама. Именно для этого разработчики со всей силы упарываются по расширению физических возможностей движка. Их цель — дать игроку возможность взаимодействовать с как можно большим количеством предметов окружения, чтобы все, что выглядит как интерактивный объект, на самом деле было таким. А стекло, бетон, дерево и прочие материалы обладали собственным физоном и вели себя по-разному. В демке, представленной журналистом на выставке Gamescom, самым большим предметом, который можно было оторвать от земли, оказался грузоподъемник. Авторы игры утверждают, что в дальнейшем можно будет взаимодействовать с еще более крупными объектами. Все возможности Control мы увидим когда-то в следующем году, если дату релиза не сдвинут еще дальше, само собой. Согласно политике компании Google, если она находит уязвимость в приложении, распространяемом через сервисы компании, скажем, через магазин для андроида Google Play, она оперативно сообщает об этой уязвимости разработчику и дает ему 90 дней на то, чтобы брешь залатать. И лишь после этого публично описывает найденный эксплойт, чтобы не предоставлять кулхацкерам алгоритм к действию, пока дыра в защите еще не заварена наглухо. Как вы помните, Epic Games некоторое время назад решила выпускать Fortnite на мобилках и не делиться денежкой с Гуглом. Распространяет она игру своими силами, а не через Google Play. Вы уже наверняка догадались, к чему было то вступление. Специалисты Google откопали уязвимость в установщике Android-версии Fortnite. После некоторых манипуляций извне можно заставить этот установщик загружать не игру, а любую стороннюю заразу с соответствующими последствиями. Google по-честному сообщила в Epic Games о своей находке. Но в открытый доступ описание эксплойта выложила через неделю после обнаружения, а не через 3 месяца. Авторы игры быстренько собрали свой shit together и уже спустя сутки после обнародования исправили косяк. Но поступком коллег остались недовольны. С одной стороны, конечно, хорошо, что Google ищет уязвимости даже в продуктах, которые не распространяет лично. Но с другой, очень нехорошо было делать такие сведения достоянием общественности в столь короткие сроки, развязывая руки недобросовестным личностям. А с третьей стороны, как по мне, будь это какой-нибудь Вася Пупкин, наверняка бы даже неделю разработчикам не дал на исправление, а сразу все вывалил как есть. Как говорил вчера Глеб, цитируя кого-то еще, выводы остаются за вами. Инфакт чуть было не остался без уже привычной порции японщины. Хвала богам, на выручку примчалась старушка Анимуша Warlords 2001 года рождения. Capcom вознамерилась выпустить ремастер этого как бы ответвления Resident Evil для четвертой плойки, Хуана, ПК и Nintendo Switch. Набор улучшений выглядит следующим образом. HD-графика, поддержка широкоформатных разрешений, но с возможностью врубить классическое соотношение сторон 4 к 3, поддержка аналоговых стиков, доступный с самого начала легкий уровень сложности, раньше его надо было сперва разблокировать, ну и в качестве вишенки новый саундтрек и озвучивание. Мочить нёх в японских антуражах на современных игровых системах можно будет уже 15 января. Инди-приключение Ashen было анонсировано в далеком 2015-м на выставке E3 и пропало с радаров на долгие 3 года. Но лишь чтобы вернуться во время прошедшей на днях Gamescom и козырнуть геймплейной демонстрацией. Из нее мы видим боевик с элементами RPG и боевочкой, напоминающей Dark Souls. Просто смиритесь с тем, что механика Dark Souls — это уже нарицательное понятие. А то, что не комментарий под выпуском, так возмущение по данному поводу. Просто так сошлись звезды.
Прокачки как таковой в игре нет. Сила персонажа зависит от шмота. Центральная хаб-локация будет постепенно расти и меняться в зависимости от того, каким персонажам вы помогли, какие квесты выполнили и как далеко продвинулись по сюжету. Персонажи, кстати, ходят с вами на задания, а благодаря пассивному мультиплееру место неписей могут занять вполне живые люди. Вы, в свою очередь, будете их видеть в обличии все тех же неписей, а не такими, какими сами себя видят другие игроки. Сюжетная завязка звучит как-то так. Мир был темным, но внезапно его заполнил свет. Чтобы он снова не угас, погрузив все живое во мрак, герою нужно отыскать и защитить источник света. Точной даты релиза у проекта пока нет, но на странице в Стиме указан 2018 год, что обнадеживает. У пятой Battlefield дата релиза есть, но вот контентное наполнение на старте продаж покрыто легким туманом войны. В фанатском твиттере игры накануне была опубликована ссылка на официальный сайт батлы, на котором упомянут кооперативный режим «Совместные бои». Упомянут он в том же контексте, что и «Королевская битва». Этот режим, мол, станет доступен спустя какое-то время после запуска игры. Также на днях, отвечая на вопросы комьюнити, продюсер студии DICE давал в некоторой степени уклончивые ответы на вопросы в духе «Почему в альфа-версии не было заявленных ранее возможностей оттаскивать павших тиммейтов за укрытие или совершать аварийную посадку самолета?» Ответы разработчика больше походят на «Все это обязательно появится, но в расширениях, выпускаемых после релиза». Возможно, сообщество неправильно его слова интерпретировало, но на прямой вопрос «Так значит, на запуске этих функций не будет?» ответа не последовало. Подводя итог, на релизе 19 октября в игре мы не увидим королевской битвы, кооперативного режима, визуальной кастомизации техники и, вполне вероятно, упомянутых возможностей по оттаскиванию раненых тиммейтов и аварийной посадки самолетов. Буду рад ошибаться. Время все расставит на свои места. Кирилл Волошин со Степой Песковым уже расставили постскриптум и Death Gambit на места, соответствующие этим играм. С их обзорами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке из описания выпуска. А заодно вы там найдете и список сентябрьской халявы для подписчиков Xbox Live Gold. До скорых встреч на StopGame.ru. Покедова!